Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy S20 Plus войти в безопасный режим. Нужно нам одновременно зажать клавишу питания и клавишу громкости вниз. Когда выскакивает данное меню, зажимаем на клавишу выключения. И теперь подтверждаем нажатием на безопасный режим. Как вы видите по надписи в нижнем левом углу, мы находимся в безопасном режиме. Чтобы из него выйти, опять-таки зажимаем те же самые клавиши, клавишу питания и клавишу громкости вниз, и перезагружаем наш телефон. Вот и все. Теперь вы знаете, как войти и выйти из безопасного режима. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!